Вот у меня сейчас опять спросите, а что все одни зарубежные композиторы? Что не было в России композиторов? Ну, конечно же, были. И самый любимый среди них, конечно же, наш дорогой Петр Ильич хором Чайковский, друзья, Чайковский. И сейчас прозвучит знаменитый номер из балета «Лебединое озеро» «Русский танец» в версии для виолончели и фортепиано. Thank you.
хочется в снежную морозную зиму, у нас завтра опять начинается мороз, по контрасту очутиться в жаркой солнечной стране. И мы сейчас для вас, хоть и нереально, но виртуально, музыкально это постараемся организовать. Итак, сейчас мы с вами переносимся в жаркую, теплую Испанию, даже точнее говоря, в Каталонию. И сейчас прозвучит произведение виолончелиста и композитора первой половины 20 века Гаспара Кассадо, ученика любимого уже упомянутого мною патриарха виолончели Пабло Казальса. И сейчас прозвучит пьеса под названием «Реквиеброс», оригинальная пьеса для виолончели и фортепиано, которая переводится на русский язык как «Воспоминания», в частности «Воспоминания о Лете», и посвящена эта пьеса Гаспаром Кассадо своему учителю, легендарному патриарху виолончели Пабло Казальсу. Итак, Кассадо, «Реквиеброс» для виолончели и фортепиано.